Сразу после подробностей на Интере премьера 12-серийной картины «Станица». По сценарию фильма в поселок из соседнего района приезжает женщина навестить свою дочь-студентку. Но та, оказывается, бесследно исчезла несколько недель назад. Мать начинает поиски и узнает, в поселке всем заправляет клан местных предпринимателей. И без их ведома здесь ничего не случается. Сюжет сериала основан на реальных событиях, произошедших 3 года назад в Краснодарском крае России. Первые 3 серии «Станицы» смотрите на Интере прямо сейчас.